Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 3. Новое событие, коварный дуэт. Сразите доктора зомбосса и бессмертию, чтобы получить монетки и другие плюшки. Это у нас событие. Вау. Праздник лета, охота за монетами и, конечно же, коварный дуэт. Ладно. Так, ну а мы с вами посмотрим, что у нас тут в пакете. Ага, бесплатно 20 монет получаем. Слушай, может быть, нам купить с тобой за 80 монет 4 ореха? Давай купим. Все, приобрели. А тут не хватает нам, да? На шишку. На шишку. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Заполнено, говорят. Две пиньяты. Пиньята простая. Так, одна. Качана пульта, стена орех и картофельная мина. И вторая пиньята, что здесь? Опять стенорех, зернопульта и электрокамыш. Кстати, электрокамыш мы можем с тобой даже прапать маленечко. Забираем здесь награду. С удовольствием получаем. Так, еще одну. Дальше вот здесь. И все. Понятно. Так, у нас где-то еще с тобой была... Ага, вот рулетка. Сейчас мы ее крутанем. Ну, будьте добры. Крутить бесплатно, конечно же, крутить бесплатно. И останавливаем. Что нам выпадет? Ну, хватит уже крутиться, что так долго-то? 5 карточек. И это у нас качана пульта. Ну, получаем награду. Все, да, на этом. Улучшить. Но у меня нет чертежа, чтобы улучшить. Поэтому мы это с тобой пропускаем. Ну что же, двигаемся, наверное, на основную карту и будем с тобой смотреть. Здесь зомби у нас. Здесь почему-то тишина, как ни странно. Не могу поверить в это, чтобы здесь и не было зомбарей. Хм, а их действительно нету. Тогда остается у нас в кинотеатре битва и вот здесь. Начну с этой. Давай посмотрим. 430, 430 и тут 410. Начнем с самого простенького зомби. Так, что это такое у нас тут? Подтанцовщик. Так я знаю, что у меня. Диско-зомби. Зомби. МС. Кормилец голубей. Выгульщик собак. Ну, в принципе, наверное, можно и сразиться с ними, да? Замечены зомби уровня 4. Но мы в любом случае по уровню их превосходим. Поэтому, я думаю, не будет грех, как говорится, с ними сразиться. Ну, естественно, отпинать их и получить немножко опыта, а может быть, что-нибудь и повкуснее. Ну что, на старт, внимание, как говорится, марш. Поехали. Начинаем с льняного семени. Пускай бомбит потихоньку. Так, сюда выставим. Ну давай, 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 давай. Чё ты так долго созреваешь? Бомбани разочек-то по нему. Упс. Все намного хуже, чем я думал. Умирают они, к сожалению, не так быстро. Но у нас есть с тобой кабачок. Он, в принципе, нам может помочь. Но давай, давай, зернопульт у меня. Вот так вот. Слушай, ну, получается, что бамбук быстрее разносит врагов, чем даже самое вот это вот льняное семя. Вот сюда вот поставим. Так, голубиный налет. Событие в парке, в плане. Эй-эй-эй-эй-эй. Какой еще голубиный налет? Может быть, голубиный помет? Упс, подожди секунду. Они же летающие. Естественно, их только может льняное семя подбивать. Так же, как и вот этих вот чудиков, которые летят у нас на шариках. Блин, мне нужно срочно ставить льняное семя. Давай, вот, он упал и сразу получил. Ну что, первая стадия пройдена. Получаем с тобой тако. Улучшаем, улучшаем наши растения. Раз, два, три и четыре. Ну что, я готов? Давай дальше продолжать. Голубиный налет, да конечно. Помет голубиный. Ну, голуби здесь нам не страшны. Мы их быстренько разобрали. Так, тут тоже разобрали. Давай, наверное, второй ряд уже будем ставить все-таки из семян льняных.
можно вот сюда вот поставить кабачок для подстраховки. Вдруг кто-нибудь тут пробежится, да? Ну и, конечно же, орех. Орех стоит. Слушай, а что делает кабачок под удобрением? Вау! Че, только один разок прыгнул и все? Ты серьезно? Я-то думал, что он будет здесь по экрану прыгать. Так, приближается гигантская волна. Слушай, у меня же лимон есть. Я про него совсем забыл, он же ускоряет. Ух ты! А ну-ка, арт-обстрел. Бабах! МС-зомби, ты сейчас отдуплишься. Все, он готов. Еще сюда поставим льняное семя. Так, тихо-тихо-тихо, дедуля, голубятник идет. Дай-ка я сюда орех поставлю. Слушай, ну мы должны с ним справиться. Никуда он не уйдет от нас, да? Я вот еще сюда поставлю вот так вот. Гигантская волна. Бегут паршивцы. Смотри на них. А это все свои семена тут разбрасывают, хлебные крошки. Получил свое, дедуля? Будешь знать свое место. Так, что, может быть, нам вот сюда еще поставить, а, лимон? Погоди, в чем проблема? Все, окей. Ну, смотри, как мы вжариваем. Так, арт-обстрел. Готовься. Бабах. Так. Танцор диска идет. Все, друзья мои, мы победили. Ну что же, победушка за нами. Мы получаем с тобой... Ух ты, все звезды. И это хорошо. Так, зерна пульта плюс 136 монет. Конечно, забираем награды. Что дальше? Дальше мы с тобой полностью зачистим территорию от этих зомбарей. Кстати, у нас 5 звездочек. Нам нужно 15 для того, чтобы, ну, открыть пиньяту. Ну что ты опять? Генератор тумана. Всегда в тумане войны и танца. Новое, да? Хм, давай, наверное, орех с тобой все-таки прапаем. Ух ты, 5-й уровень. Отлично. Может быть, нам с тобой вот этот кабачок поменять? М? Ведь можно же его поменять. Эффективно против. Видишь, даже показаны зомби, против кого он эффективен. Это, кстати, классно. Это такая вот подсказка своего рода. Ну-ка, давай-ка я все-таки, наверное... Попробую. О, у нас еще и электрокамыш. Давай мы, наверное, его возьмем вместо вот как раз кабачка. И заодно прокачаем. Хватит у нас? Хватает. Блин, он только второго уровня. Второго уровня. Слушай, ну... Нет. Давай-ка мы его срочно поменяем. А вот на кого? На амброзию, может быть, махнуть. Слушай, а вот этот, что у нас гриб делает? Отталкивает зомби в конец соседней линии, а затем уходит на перезарядку. Очаровательный. Нет, никакой он для меня не очаровательный. Ну, нисколечко. Давай-ка я лучше возьму Snapdragon. Вот я кого возьму. Да, нашу шишку. Мне кажется, от нее будет больше толку. Поехали. Так, вы не защищены от некоторых угроз. Хитрость. Хитрость, подожди-ка. А против хитрости кто у нас тут эффективен? И где тут вообще хитрый чувак, а? Который в туман уходит, да? Вы на это намекаете? Хм. Против хитрости. Это у нас кто может помочь, а? Орех. Нет, орех у нас есть. А кто же нам тогда здесь может помочь, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Ну, давай, может быть, амброзия. Ну, давай возьмем, попробуем. Только не говори, что это тоже не покатит, а? Нет, все, здесь идеально. Как видишь, никаких претензий нету. То есть амброзия помогает. Ну что же, на старт, внимание, марш. Приступим. Так, у нас есть вишневая бомба. Мы ее, конечно же, будем беречь. Вот они, орлы, идут. Идут хлопчики. Так, давай-ка мы сюда поставим... Наш бамбук, базука бамбука и льняное семя. Слушай, какие-то зомби здесь сильные. Ты посмотри, мы уже их не можем пробить. Амброзия вечно плачет у нас, да? Насколько я помню. Вечно сопли свои тут везде распускает. Но она в то же время отталкивает и замедляет этих самых зомбарей.
Так, тихо, летунчики, успокойтесь. Поставим сюда. Шмыгает носом там, смотри, шмыгает. Ну, подбили. Слушай, я думаю, что нам пора с тобой взять и лимон поставить вот сюда. Да, пожалуй, так и сделаем. Дорого он, конечно, стоит, но все-таки базука-бамбука, она стоит дороже. 7 энергии. А лимон, как ни крути, все-таки всего... Сколько? 6. А если я выставлю сюда орехи еще, а? Поливает их лимонным соком. Давай вот сюда поставим еще. Ой-ой-ой-ой, здесь эти зомби же у нас. Господи, я только сейчас увидел это. Так, этот валяется, отдуплился. Можно, кстати, вот сюда еще лимончик поставить, и будет, я думаю, замечательно. Так, ну, первый этап у нас завершен. Давай-ка я прокачаю лимон. Я думаю, что будет неплохо. Ну что, готово? Давай смотреть. Так, лимон. 6 энергии. Ставлю его вот сюда. Ух ты, этот чувак в тумане же у нас, да, который прячется. А я, наверное, вот сюда поставлю орех. Ну, если что, я смогу его взорвать. Надеюсь, что я смогу его. Видишь, он в тумане, он невидимый. Слушай, может быть, хватит уже тут со своим туманом-то, эй. Так, готов. А этот у нас с микрофоном. Слушай, смотри, у него сколько здоровья. Что-то не то. А если я вот сюда бонг чё я влеплю? Салатик. Так, простите, отвлекли немножечко меня. Давай поставим сюда орех. Амброзия. Она отталкивает зомби и наносит им урон. Вот единственное, что плохо в этой игре, что она постоянно обновляется и постоянно приходится скачивать все это дело, потому что через Play Market она недоступна, к сожалению. Слушай, может быть, бомбанем здесь, а? Так-то оно будет лучше. И поставлю-ка я сюда, наверное, нашу базуку-бамбуку. Пускай она наяривает. А за орехами, кстати, вот амброзия очень даже хорошо будет играть. А что он там встрял? Смотри, он не двигается. А что с ним не так-то? Что-то застрял зомби бедный. Интересно. Почему так произошло? Он ничего не смог сделать. Так. Идет. МС зомби. Давай еще сюда. Не, вот сюда орех поставим. Тихо, что-то мне вот это тут совсем не нравится, что тут происходит. Пора, наверное, бомбить. Ё-моё, вот это арт-обстрел. Вот это я понимаю. Прошли, друзья мои. Мы прошли с вами этот уровень. Но почему-то на 4 звездочки. 119 монет мы с тобой получаем. Так, а дальше что? Дальше у нас еще там один будет зомбарь. Я так понимаю, это типа мини-боссика. Цель... Подожди-ка, а что за цель? Что там за цель, блин, бабка ты? Ходунья. Ходуки. Блин, я пропустил, ребята, что там было? Цель достигнута, и что? И нифигашечки, да? Ничего не показали. Эх, ладно, давай валить этого зомбаря. Кстати, амброзию можем прокачать. Блин, поздно заметил. Ладно, мы сделаем после этого уровня прокачку ей. До какого там? До второго, до третьего уровня. Ну что, внимание, сажайте. Сажаем. Где зомби? Сверху, да? Поехали. Так, базуку сюда поставим. Блин, надо было вот сюда ставить. Хотя, может быть, успеем еще... Да, льняное семя. Высаживаем. Успеем ли мы бомбануть-то его, а? Слишком быстро он как-то идет. Орех поставь. Ой, орех не туда влепил. Это может чревато быть, кстати. Ну-ка, амброзия, выручишь меня здесь? Ага, отталкивай его от нас. Вот так вот. Поставим сюда льняное семя. Слушай, ну долго разбираем, конечно. Нам нужно прокачкой заниматься. А чтобы прокачка, нам нужны карточки на эти растения. А их у меня нету. Вот так вот. Что хочешь, что и делай, как говорится. Так, этот на шарике сейчас долетается у нас.
Нормуль. Ну вот здесь вот, ребята, зомби приближены к игре, да, в которую я начал играть на своем втором канале. Это битва за Нейборвиль. Чего? Мне не показалось? Нет, ребята, мне не показалось. Идет, идет, здоровец. Ты посмотри, какой он здоровый. Ой-ой-ой-ой, а как мне сделать? Давай его бомбить. Он же сейчас еще распадется на куски. Так, это только первая стадия. Вот, он распался на двух зомби. Эти зомби еще распадутся на зомбарей, на остатки, да? Ты смотри, что происходит. Ты смотри, что вытворяет. Можешь взорвать их. Помогло хоть? По-моему, помогло. Давай вот эту группу уничтожили. Фух. Ну что, первую стадию прошли, я думаю, в конце, да? А второй стадии будет еще, наверное, такой зомби. Ну, вот так вот, предположим, я сделаю, да? Поехали. Так, я буду выставлять здесь орехи. Хочу сделать ряд ореховый. Так, ходу не идет. Точнее, шла. Уже лежит там, отдыхает. Добегалась бабка-зомбариха. Так, лимончик, наверное, вот сюда тоже не помешает. Вот, почки. Вот, кстати, если мы будем с тобой улучшать лимон, то мы будем здесь вообще рулить по полной программе. Так, где там дед с голубями? Или мне показалось? Да нет, вроде бы. Или голуби сами по себе здесь появились? Ладно, арт-обстрел. Их тут слишком много уже накопилось, смотри. Эй-эй-эй-эй-эй. Угу, готов. Кстати, у нас вот здесь, правда, что это, нет у нас льняного семени. Вот он, дедуля-то идет, смотри. Хлебные крошки. Дед, хлебные крошки, я его так называю. Голуби, не пролетайте мимо. Что там грядет? Очень мощная волна, написали мне, да? Ну прям очень мощная волна. Ну прям слов нет, какая мощная. Блин, вот эти вот туманники, конечно, раздражают. В этом тумане, я так понимаю, мы не видим зомбарей, причем любых зомби. Так, они начинают кромсать мои орехи. Ну, что творят, а? Угу, разбомбили. Все, друзья мои, идеальная победа. По-моему, даже никого не съели. Мы должны получить... Да, все звездочки, отлично. 7 зернопульт, получить награду, 180 монет, ко всему прочему, и, как я уже говорил, надо прокачать нам будет сейчас амброзию. Цель достигнута. Какие цели-то? Что за цели? Я не могу понять. А, что мы, наверное, прошли этот уровень. Угу, сюда, я помню, мы в прошлый раз с вами здесь пошли и получили люлей по полной программе. Так, а вот тут вот что у нас? Получить награду. Ух ты, 300 монет. Можно получить вот такую вот пиньяту, 4 штуки, но это нам нужно сразиться. Так, найти мозгоеда. 35 фишек. А где этот мозгоед? А, скажи-ка мне. Трудоголик. Выполните сегодняшние задания. А вот где они? Вот я должен, наверное, вот это вот все выполнить, да? И мы с вами получим награду. Так, Амброзия, ты где у меня там? Я хочу тебе проапать. Ух ты. А вот теперь интересно, что мне лучше проапать, Амброзию или Базуку? Хотя, может, нам хватит и на то, и на это. Найдите семена. А где я их найду? Ага, сюда меня отправлять. Нет, спасибо большое, не хочу я туда пока идти. Мне там не нравится, и нас там плохо кормят. Так, давай, наверное, мы с тобой еще прокачаем. Так, здоровье 1000 плюс 300, да, становится 1300. Так, урон в секунду. Ух ты, нифига урон повышает, смотри, насколько. И урон от атаки. Это плюс, получается, 538. Неплохо. Слушай, классненько. Я могу шиповика еще, ребят, по-моему, улучшить. Давай сделаем. Все, больше никто не хочет улучшаться. Нет, больше никто. Ну, а мы, кстати, я вот на арене давно не дрался. Арена, по ходу дела,
Недоступно. Турнир закончился, награды. Ага, 30 гемов и 9 шипастиков. Ну, спасибо. Искать бой. Искать бой. А, давай найдем с тобой бой какой-нибудь. ТТ Лив. Ну вот, кто против меня? Ну, мы будем, конечно, на разных дорожках драться. Это вот что-то типа как растение против зомби 2, да? Мы деремся с противником на разных полях, но кто больше нанесет урона, тот, как говорится, и победил. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Это что за... Что это? Мы урон-то хоть наносим? Я не вижу. Наносим, еле-еле. Ну-ка. Получили свое? Вот это я понимаю. Так, подожди-ка. Ну-ка, хорош тут разбрасывать свои звездочки. Давай, давай, давай. Блин, не можем добить. Че они как истерички тут, а? Звездные барышни. Урон, конечно, очень маленький мы с тобой наносим. Очень маленький. Что они там делают? А, они наносят урон моим еще растениям, ко всему прочему. Так, тихо, тихо, тихо. Смотри, что происходит. Бля, смотри, что происходит. Ну, да выкини ты его. Пока там чихнет, 30 лет пройдет. Чихай давай. Воу-воу-воу-воу. Ребят, я, по-моему, сейчас сфейлюсь. Я уже сфейлился, да? Трындец. Они прошли. Да, я проиграл, по ходу дела. Хотя, подожди, какой проиграл? Тут же не так все работает. Господи. Чего же я сдался-то раньше времени? Ну-ка. Арт-обстрел, говорю, сделай. Вот так вот. Ну, я проигрываю. По очкам, если смотреть, я пока, друзья мои, проигрываю. Опять эта истеричка там где-то появилась. Вон она, да? Давай, наверное, вот сюда поставим базуку-бамбуку. Слушай, я пока лидирую. Как ни странно. Выбился, да? Слушай, по-моему, я тут выиграл. В этом поединке. Ну да. Он 10 уровня, а я 12. Ну что, дальше выставляем тако. Я думаю, что, наверное, вот так сделаем. Раз здесь у нас эти пивуньи ходят, нам нужно, естественно, побольше урона, который наносит наземным целям. Тыбич, неплохо. Так, давай, 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 давай. Мне нужен еще один, вот. Вот он, друзья мои. Хе-хе, сейчас врежем по полной программе. Так, слишком много маленьких зомбарей. Что можем сделать? Можем сделать вот так. Прикрыть. Ну. Да господи, Лимон, помогай хоть ты, что ли, я не знаю, своими плясками, там, танцами с бубном. Че хочешь делай. Фига себе он. А как он так быстро. Как он так быстро набрал преимущество? Ты посмотри. 25 тысяч у него уже. То есть в этом раунде я проиграю, по ходу дела. А как такое вообще реально, а? Он проигрывал, проигрывал, а тут на тебе. Резко вдруг так взлетел. Он перегоняет меня на 15 тысяч очков. А ну-ка, если я вот так вот влуплю. Особо сильно мне это не помогло. Лимончик, может быть, ты как-то, я не знаю. На 10 тысяч разница. Сократили маленько, да? А времечко-то подходит к концу. Последняя волна. Так, давайте, давайте обстрел делаем по полной программе. Так, льняное семя. Что там у нас? Отрыв не уменьшается, по-моему, нет? Давай вот так вот сделаем. Это есть вот последняя волна? Да мне в любом случае не хватит. Фи, буквально чуть-чуть мне не хватило. А как вам интересно, друзья мои, так. Победитель. Минус 5. А то, что я в первой битве победил, это ничего не значит? Да? Зашибись. То есть абсолютно ничего не значит. Так, вы получили что там? Звезду по имени Солнце. И где я вообще нахожусь? На каком месте? Можем? В самом низу. Кстати, разыгрывается здесь у нас Амброзия, как ты видишь. Ну, кто на первом месте получает 360 гемов и 17 Амброзий. Кстати, я давно хотел, знаешь, что сделать? Создать клуб свой, вот что. Название клуба.
Название клуба как назвать, друзья мои? Мой клуб. Скажи-ка мне. Я даже не знаю, как мы обычно называем. Давай назовем Рей-клуб, я не знаю, вот так вот, что ли. А можно раздельно писать или нет? Давай сделаем. Да ё-моё, где тут? Ага, и Б. Клаб. Как там клуб-то пишется? Я уже не... Ой. Ладно, не будем изобретать велосипед. Напишем, как есть, все. Все, вот так вот. Только не... Мжрис. А вот так вот. Да господи, да что ты делаешь-то? Ну все, началось, короче, а? Вот таким вот образом можно создать? Описание клуба, ну я не буду. Язык. English. Северная Америка. А здесь у нас... Ну вот Западная Европа пускай будет. Угу, создал. 1000 монет нужно, не хочешь? Короче, зря время-то потерял. Делайте взносы в виде семян. Открывайте новые растения. Ну, обязательно накоплю и обязательно, ребят, создам клуб. Мне он самому нужен, так скажем. Так, идем на карту. Что у нас здесь опять? Получаем наградочку. Окей. И идем зачищать эту территорию. Начнем с самого слабенького зомби. Ну что ты опять мне тут? Актер, бесенок хот-дог, катальщик пончиков. Вот это вот название, да? Катальщик пончиков. Поехали. Зомби в броне. Мне на них по барабану абсолютно. Сажайте. Сажайте, ё-моё. Ну? Танцуля идет, да? Ну, получи тогда танцуля. От моей базуки-бамбуки. Блин, почему ты не убиваешь его сразу, а? Нет, лимон пока не будем ставить. Куда ты там прыгаешь, а? Бесенок. Смотри, он перепрыгивает с дорожки на дорожку. Опа, видишь, какой он хитрый. Так что надо его ловить. Этого мелкого шмакодявку. Ага. Так, вот здесь у меня нету никого, это плохо. Блин. Этот хорек сейчас пройдет. Давай орех хотя бы... Куда ты выставил орех? Ну что ты, а? Вот это было глупо. На какого-то шмакодявку я потратил просто вишневую бомбу. Вот сюда ставим. Так, этого давай бомбанем. Гигантская волна зомби на нас надвигается, мне сказали. Так, актер погорелого театра бежит. Лимон, давай-ка мы с тобой, наверное, вот сюда его поставим. Пускай усиляет наше растение. Что там, Fully Repaired? Чего там? Какая-то башня починилась. Какая башня, я не могу понять. А, это, наверное, с прошлой игры. Cartoon Defensor, которая... Ну, хватит, хватит уже там придуряться мне. Поет песенки. Все, первая волна пройдена, отлично. Так, что мы с тобой улучшим? Ну, я думаю, во-первых, надо лимон. Лимон это всегда круто. Плюс льняное семя, также базуку-бамбуку и еще льняное семя. Поехали. Ой-ой-ой, мелочь идет. Ну, она как раз под удары подставляется, и это мне нравится. Орех. Нет-нет-нет-нет, не надо тут прыгать. Скакуны, а? Амброзия зачихала. Нет, а плюс. Давай, давай, сопли подотри там. И чихни хорошенечко. Чё-то твои сопли не задерживают его. Вот, вот теперь другое дело. Так, а вот это плохо. Это кататель пончиков у нас. Был. Докатался. А, туманчик идет. Повелитель туманов. Недолго он веселился, конечно, с этими туманами. Так, давай вот здесь тоже накроем медным тазом. Наверное, надо в помощь еще поставить, да?
Одно льняное семя. Так, MC. Амброзию поставим сюда. Так, тихо. Пончик. А, он уже все, лежит кверху задом. Пончик. Воу-воу-воу-воу. Смотри, что происходит. А дай-ка я вот так попробую сделать. Бангчой, ну, да какой пончик бомбишь ты? Короче, понятно, давай так заряжать. Че он такой мощный? Посмотри какой, а че он такой сильный-то? Бангчой там бедный мой наяривает, бомбит этот пончик. Смотри. Бомбит там. Блин, хотел его только что усилить, но его уже съели, к сожалению. Давай вот так вот сделаем. А раз тут танцоры появились. Все. Лежат они. Сколько звездочек? 4. Ага, 5. А это говорит о том, что мы с тобой сейчас откроем пиньяту. Так, хотим ли мы получить 2 звезды? Хочем, конечно же. Открываем за 44 гема 2 звездочки. Что такое? Звездоплод. Исполняет последнее желание. Да, получаем награды. Слушай, подожди, а мне показали, что я могу его улучшить? Или это просто как будто я его приобрел? И, конечно же, у нас с тобой есть пиньетушка. Давай откроем, посмотрим. Ну, 1 горохострел, 1 электрокамыш и 2 лютика плюс 40 монет. Спасибо большое. Очень этому рад. Нам нужно еще с тобой 10 звездочек заработать, и следующая пиньета будет открыта. А сейчас мы зайдем здесь и посмотрим. Кто-то сказал звезда. Да, я сказал звезда, поэтому дай сюда награды. Бессмертие. Трудоголик. А, я выполнил все задания на сегодня. Шикарно. А что у нас по событиям? Ух, я могу что-то получить? Выполнено. Так, а что еще нужно сделать? Выиграть одну битву с суперпомощником, используя качанопульту. О, 200 монет. Слушай, качанопульту, я думаю, что можно, в принципе, одну-то битву выиграть. А что еще тут? Одолеть 100 зомби. То есть подбить. Одолеть бессмертие, блин, вот это сложновато будет. Одолеть доктора Зомбоса, ага, конечно. Выиграть битву, а, это в башне. А здесь просто выиграть. Ладно, берем с тобой качанопульту. Хотя, подожди, у нас же еще здесь что-то выполнено. Ага, праздник лета. И... еще 200 монет. Слушай, да я так себе 1000 сейчас накоплю. Такими темпами. Одолеть 100 зомби. Кстати, задания повторяются. Ты заметил? Так, а тут выиграть битву с суперпомощником в парке Тако с помощью драконьего зева. Выиграть прорыв, используя шишку. Какой прорыв? О чем вы? Блин, когда я уровень-то получу, а? Сколько мне еще тут надо бомбиться-то с ними, в конце-то концов? Ну что, давай, поехали. Так, значит, нам надо взять с тобой качанопульту. Давай миссионально амброзии возьмем. Ух, блин, хотел пропать, потом вдруг вспомнил, что у нас экономия по деньгам идет. Мы с вами должны накопить, чтобы создать свой клуб. Если, ребят, я сегодня не создам, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как бы вы хотели, чтобы мой клуб звучал. А мне, кстати, будет приятно почитать ваши пожелания. Ну что же, поехали. Зомби нас ждут. Что? Вы не защищены от некоторых хитростей. Хитрость, да, значит? Кого мы можем с тобой взять? Против хитрости. Блин, у нас амброзия была. Придется амброзию взять. И, наверное, тогда мы с тобой уберем орех. Орех уберем, а возьмем вот так. Слушай, я думаю, это должно прокатить. Ну-ка, сейчас проверим. Ну да. Почему, интересно, амброзия помогает против хитрости? Ну, она плюется, отталкивает зомбарей. В принципе, и все. Больше она там ничего такого супер-пуперного не делает. Но, тем не менее, вот без нее никуда нельзя. Можно, но это на свой страх и риск. Это у нас руки звезд. То есть это Голливуд, что ли? Тихо, зомби, куда ты? Ну, куда ты бежишь, а, родной? Ну, вот. Куда ты собрался? Танцуют они, типа, наяривают. Сейчас вы тут все получите по заслугам. Так, это, почему он такой показался мне, что он какой-то зеленым там выскочил? Но нет, оказался обычным. Так, качанопульта у нас стоит.
Этого нужно сейчас нахлобучить. Блин, он идет, ребята, идет. Как долго копится энергия, а? Ну что ты будешь делать? Мы, наверное, не успеем его подбить. Придется, наверное, тратить вишневую бомбу. Угу, скорее всего, так и будет. Хотя, если я поставлю амброзию, может быть, она его оттолкнет? Если бы она его оттолкнула бы. Но этого не происходит. Не хотел я тратить, но вынудили просто-напросто, а? Понимаешь, они меня вынуждают тратить то, что я не хочу. Ну этого-то хорька завалите, господи, ну что тут сложно-то? Куда он убежал? Получил сразу в репу. Как у нас тут? О, качанчики, да вы же вообще ни о чем, ребят. Ну что это? Что это за атака? Да. Ну нам нужно выиграть всего лишь одну битву, поэтому потом я уберу эту капусту. Толку, как ты видишь, от нее ноль. Давай сюда зернопульту. Блин, я уже все, ребята. Это же льняное семя. А я называю зернопульта. Ну все, 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 переигрывать, хорош там уже. Ну прикольно все равно сделано, оно, да? Зомби. Играет роль свою, актер тоже. Так, ну что, давай так потратим сюда. Потратим сюда. Давай на капусту потратим, фиг с ним. И вот сюда. Я готов. Мы играем без орехов, и прикрыться нам с тобой уже, как говорится, будет нечем. Если пойдут какие-то супер-пупер-зомби. И... Так, подожди, точно же, у меня же есть лимон. Я все время про него забываю. Постоянно такое происходит. Мы же как бы ускоряемся с вами, да? Лимон ускоряет, повышает атаку. Быстроту, я понимаю, только силу, наверное, тоже повышает. Но этого-то шлепнем сегодня или нет? Вон, видишь, актер подходит. Готов. Ну иди, 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 переигрываешь уже. Уже не смешно. Так. А вот здесь, по-моему, надо сделать. Почему он так получает мало урона, этот МС? Я не понимаю. Ну давай так вот зарядим. Совсем другое дело. Так, танцоры. Упс. Амброзия, помогай. Так, нормуль, 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 нормуль. Заряжаем. О, там еще и с пончиком чувак идет. Блин, с пончиком идет хмырь. О, ты видел, как амброзия чихнула? И он улетел. Это было прикольно. Вау. Кверху задом упал. Слушай, я не могу понять, у меня... Она что, бросает замораживающие снаряды? Ты смотри, капуста-то что делает? Бросает заморозку. То есть бросает свои эти качаны, которые замораживают противников. Прикольно. Но это, видимо, только лишь под усилением. Эй-эй-эй, тут туманчики идут. Блин, неужели никто не видит, что здесь туманчики, а? Так, что нам сделать? Вот так вот. Вжариваем. Трындец вжарили, называется. Ой, сейчас разберут. И все из-за этого паршивого тумана. Бонгчой, давай, давай, салатик, бомби там, я не знаю. Смотри, что происходит. Че, мы еще сфейлимся, что ли, получается? Да нет. Да не может этого быть. Бонгчой, выручай, по спине это наяривай, наяривай. Он такой слабенький, он ничего не может сделать. Ну, ну ладно, ну. Ну этого-то хоть задай. Фух. Господи, ты видел, что было? Да. Тут понятно, почему мы получили с тобой 3 звезды. И это все, ребята, из-за качана пульты. Потому что оно. Да, замораживающие снаряды, это, конечно, все хорошо, но урон. Какой минимальный был урон. Так что пускай не выпендривается, я буду его менять. Я все-таки выиграл одну битву, да, с качаном. Все, хорош, поиграл и будет. И поставим мы с тобой, наверное, орех я не буду ставить, а вот... О, звезду можно. Блин, улучшить можно, а нужно ли? Не уверен. Так, нам еще нужно было, по-моему, выиграть с драконьим зевом, но там в определенной локации. Поэтому я возьму, наверное, шишку. И мину я не хочу брать. Пёси у нас, конечно, хорошо помогал.
Но я его тоже пока не буду брать. Ладно, оставляем такой состав с тобой. Я думаю, будет идеальненько сейчас. Нам, тем более, тут осталось пройти... Ну, слушай, 460 мощей, это тебе не хухры-мухры. Тут надо будет сейчас поднапречься маленько. Мы, в принципе, с тобой... Смотри, видишь, кстати, здесь вот выстреливает один, потом показано при прокачке, он будет стрелять еще круче. То есть растение получает уровень, соответственно, становится мощнее. Только вот на каком уровне они получают офигенную прокачку, это не знает никто, наверное. Так, тихо-тихо-тихо, камен, сейчас тебе будет камен. Шишка, давай стой здесь. Ну. Так. Давай сюда льняное семя поставим. Блин, он поверху пошел. Слушай, а мы с тобой без орехов сюда пошли, да? Там же это будет, блин. Там же это зомбариха, которая, по-моему, быстро бежит. Я ведь ничего не путаю, она же. Да, по-моему, она. Придется, наверное, вот так вот нам сделать с тобой. Что там зашуршало? Шахтеры, что ли, идут? По-моему, у них такой звук. Нет? Показалось мне? Будем надеяться, что мне показалось. А то шахтеры, ну ты знаешь прекрасно. Они идут сзади моих растений и начинают их уничтожать. И мы ничего не сможем сделать. У нас с тобой близнецов здесь нету. Бонгчой только, конечно, может помочь. Но он такой наносит слабый урон, что это практически бесполезно. Давай-давай, отлично, подбили. Так, это она? Это она. Идет. Блин, а тут у меня еще одна шишка только стоит. Че я говорю? Одна шишка еще стоит. Тихо, 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 роднуля. Смотри, что творит, а? Амбрузия, ты мне поможешь здесь, нет? Что это? А что сейчас было? Что за электрический? Блин. Ой-ой-ой. Ребят, по-моему, фейл. Она электричеством бомбит. Ну, бомбани, ну, пожалуйста, но... Да я удобрение, блин, хотел. Я хотел, блин, применить удобрение, у меня не получилось, ты прикинь. Да-да-да-да-да, я понял. Первый раз фейл. Фиг знает за какое время. Конечно, заново. Почему удобрение? Не понял я. Не сработало оно, вот и все. Ладно, она будет посередине, поэтому сразу ставим на середину нашего бойца невидимого фронта. Хотя какой-то нафиг тут невидимый фронт, когда тут все прекрасно видно. Так, ладно, этого ушатаем. От шишки тоже тут особо толку нету. Ладно, давай льняное семя, стой здесь. Лимон хотелось бы, конечно, поставить. Он бы здесь всем дал бы прикурить. Но, видишь. Вот, отлично. Не надо было, блин, вот на эту дорожку ставить. События в клубе. Танцы до упаду. Ага, 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 заерзали, заелозили, ты понял? И тут, блин, понимаешь ли, события всякие происходят. Сколько у этого здоровья-то? Покажи мне, пожалуйста, блин, у него дофига здоровья. На тебе. А что ты хотел? Эти зомби мощные, там 480 мощей. Нам показывали изначально, да? Так что особо тут не нарадуешься. Давай так сделаем. Гигантская волна, а точнее... Идет супер помощник зомби. Это гигантиха, да? Вот она идет. Так, ну у нас тут есть парень веселый. Ну-ка, врежем давай хорошенько. Вот и все. Видел как? Вот так я и хотел сделать изначально. Но почему-то я не смог удобрение применить. Точнее, не удобрение, здесь тако. Если во всех частях было у нас удобряшка, тут почему-то тако. Но тако, опять же, это как битва за Нейборвиль. Там почему-то именно тако собираем. Твою ж налево, этот туманчик опять здесь, а? Опять этот туманчик. Что у них тут? Опять танцы до упаду, что ли, начинаются? Не могу понять. Скорее всего, да, танцы до упаду. Так, МС там наяривает. Блин, какой же он тугой, а? Смотри. Вот интересно, кто против него хорошо бомбит, а? Вот мне вот интересно это знать. Кто? Шишка, не шишка, я фиг знает. Так, давай, пускай он пройдет, а мы вот так вот бонгчоем. Что-то как-то лихо. Неужели бонгчой так быстро его ушатывает? Может быть, это совпадение? Не думаю. Ну-ка.
Слушай, ну он неплохо бомбит. Очень даже неплохо. Хм. Ну кто там у нас? Идут зомби с ведрами на голове, естественно, усиленные. Что-то уж больно как-то усиленные. Так, нормуль. Бонг-чой, кстати, очень хорошо снимает именно нижнюю полоску, да? Нижнюю полоску здоровья. Жалко, что его слопали. Дыдыч. Шикарно. Ну, хватит, хватит уже. Мы уже насмотрелись на твой спектакль. Выпендривается он мне здесь. А? Опять танцульки? Танцы, шманцы, зажим... А, вот она кто. Ребят, ее нужно подловить. И не упустить этот момент. Все, танцы закончились. Влупляем тогда. Ну-ка, бонг-чой, наяривай. Неплохо, неплохо у тебя получается. Амбрузия, давай, чихни хорошенько. Она очень долго накапливает свой вот этот чих. Ну что же вы мне не дали еще одну звездочку. Ага, смотри-ка, неплохо. Получаем награды. И, скорее всего... Так, нам не хватает немножко денег, да? Нам нужна 1000 монет. Так, выиграть прорыв, используя шишку. Шишку я использовал. Где мне эти награды брать? В событиях, по-моему, да? Так, здесь праздник лета, скоро мы... А охота за монетами, это... Использовать горхострел в башне деликатесов. Выиграть прорыв в мастерской Дэйва, используя чеснок. У меня нет чеснока, по-моему. Так, в парке электрокамыш. В общем, ребят, тут нужно все растения испробовать, да, чтобы пройти абсолютно все испытания. А у меня больше, как ты видишь, нету зомби. То есть я не смогу дальше продолжать. Идти в башню, ну это бесполезно. Меня там распишут. А когда вот эти вот миссии откроются, а? Объясни-ка мне, что нужно сделать? Производит дополнительное солнце в начале каждой битвы. Это я понял. А как мне туда попасть, например? Где мне заработать еще немножко денег? Неужели идти сюда, а? Так, ну, мы с тобой остановились на 13-й миссии. Первый уровень сложности, второй, третий. И тут 10 звездочек еще в конце. Бой за этаж. Кто это? Кто это такой? Доктор Замбос. Он вернулся. У доктора Эдгара Диджей Замбоса больше мозгов, чем у других зомби. Но ему все мало. Если быть точнее, ему нужны ваши мозги. А доктор Замбос всегда точен. Всегда точен он, ага. Какой уровень-то? Замечены зомби уровня 6. Вот здесь вот надо, друзья мои, команду-то и менять. То есть амбрузия здесь явно нам не понадобится. Ну а кто у нас дотягивает по уровню? Хм. По уровню у нас дотягивает с тобой, в принципе, звездочка. Снапдрагон. Кабачок может взять, а? Кабачок взять вот сюда, вот и поставить его. Зернопульта тоже можно прокачать. Но не хочу я просто сейчас тратить деньги. Ну ты понимаешь почему. Ну что, попробуем с тобой в бой 3. Так. Вы не соответствуете всем требованиям. Использует горхострел уровня 6 в плюсе? Ты сейчас серьезно? У меня такого горхострела, по-моему, нету. Погоди-ка, а что это я тут могу сделать? Удобрение. А почему только на нем? На кабачок могу использовать. Так, здесь можно. А что это даст? Сильно ускоряет все 8 соседних растений на неограниченное время. А, на ограниченное время. Тут тоже все это стоит определенных ресурсов. Оглушает зомби, которые атакуют растения недалеко от лимона ада. От лимона ада. Но мне нужен горохострел. Соответственно, придется туда убирать, наверное, шишку. И вместо нее ставить горох... Он у меня, блин, 5 уровня. Ну что, вот так вот прокатит, если я сделаю, а? Буду я соответствовать? Нет. Да блин, ну у меня нету, нету у меня горохострела 6 уровня. То есть меня сюда даже не впустят, получается, да, ребята? Понятно все, короче, обломали мне все на свете. Так, и что тут у нас? Это продано, продано. 4 пиньяты могу получить.
Может взять? Или лучше накопить вот на эту? А лучше вот на эту вообще. Легендарная какая-то пиньятушка. Какого уровня? Четвертого. Они все там четвертого уровня. Ну что, дорогие друзья, я думаю, тогда придется нам закругляться. Меня не пускают в башню, я думал, пройдем сейчас, потусуемся. Мне три звездочки всего не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй, как же они меня сейчас подвели. И горхострел нужно прокачивать, понимаешь? Слушай, а если я по повтору пройду, мне будут доставаться эти награды? Вряд ли, да? Не будут. Ну тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!